Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Шкода Октавия. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Видите, разобран у нас пол в багажнике. Сплошной голый металл. В передней части кусок вибры на арке по такому квадрату. Крылья голые. Смотрим, что у нас в дверях. Задние двери на такую большую площадь. Видите, такой квадрат вибры. Барабаны у нас. Крыша. Крыша сплошной голый металл. Пол в салоне. Ну, пол в салоне кое-где вибры пролили. Но все равно владельца данной шумоизоляции не устраивает. Передние двери. Также кусочек вибры. Приклеили, на этом ограничились. Сейчас подготовим поверхность и приступаем к делу исправления. Проклеили первый слой вибропласта на автомобиле Шкода Октавия. Проклеили у нас пол в багажнике. Также тщательно проклеили арки, крылья. Проклеили двери. Проклеили пол в салоне. Также нанесли первый слой на потолке. Приступаем клеить второй слой. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Шкода Октавия. Видите, проклеили вторым слоем пол в багажнике. Проклеили арки, крылья. Проклеили вторым слоем потолок. Проклеили двери. Нанесли такой сплошной ковер на полу в салоне. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Шкода Октавия. Весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем при разборке сборки салона. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!